Самая непосредственная помощь, вот город Дебальцево, который располагается от нас где-то 16-15 километров от нас здесь, это оказывалось здесь, в этой операционной. И 28 января, после обстрела города и Дебальцева, и Светлодарска в том числе, у нас были, к сожалению, выбиты эти стекла фасадные. Это было после 14:00. 14:00, а утром мы делали здесь операцию. Мы оперировали в этой операционной, которая у нас здесь находится. Мы оперировали военного. Снаряд системы «Град» упал, получается, у нас на ту улицу, рядом с больницей. Выбиты были все стекла, фасады, особенно операционного блока. Значит, все фасады, но миллиметраж стекол, который составлял операционный блок, он где-то 8 миллиметров. Они практически были выбиты. Город составляет из себя 7000 человек на данный момент. Поэтому мы очень сильно нуждаемся в остеклении здания нашего и в остеклении нашего операционного блока, для того, чтобы мы могли полностью восстановить хирургическое отделение. Мы сейчас кинуты на произвол. Почему? Потому что мы уже 5 месяцев после того, как Дебальцево, город Дебальцево был занят, мы остаемся под контролем. Мы раньше были подконтрольны городу Дебальцево. И после того, как заняли его сепаратисты, мы остались, ну как сказать правильно, не удел. Мы не нужны ни городу Артемовску, мы не нужны городу Славянска, и Украине тоже под большим вопросом. То есть все мои сотрудники, все мои медсестры, все мои, вот те, кто ходит к нам, это вот санитарки, они все выполняют функцию, ну просто можно сказать, волонтеров. Почему? Потому что, как сказать вам правильно, никто не получает заработной платы. То есть мы ходим, мы работаем, мы убираем, мы оказываем первую медицинскую помощь, но при этом никакого вот спонсорства такого мы не видим. Мы стараемся каким-то образом связать наши связи и вот какую-то помощь со станции, вот Горская ТЭС, которая у нас находится на балансе Киева, они получают заработную плату, они нам обещают какую-то помощь. Большое-большое спасибо волонтерской помощи, которые приезжают к нам с Львовской области, с Ивано-Франковской области, с Луцка, когда приезжают волонтеры, привозят медицинскую помощь. Сейчас, на данный момент, мы восстановили операционный блок, восстановили операционную. Я вам могу показать ее. Пожалуйста, пойдемте со мной. Два операционных зала плановых, они пострадали во время бомбежки. Вот этот единственный операционный зал, ургентный, он, ну, выжил, скажем так. Вот сейчас он задействован, и мы в нем работаем. То есть в нем уцелели стекла. В принципе, на тех операционных это ничего не пострадало, только выбиты были стекла. Вот мы нуждаемся для того, чтобы восстановить полностью операционный блок, нуждаемся только в остеклении. Куда надо было попасть? В феврале было, 15-го. Это перевязочная операционная. Здесь мы стекла постелили, потому что это самая необходимая комната. Здесь мы делаем перевязки и самые малые операции. Стекла у нас, получается, станция, наша станция, а то они были основными спонсорами и дали нам стекла. Вы посмотрите, о том, что стекла даже не симметричные, вот так вот, ну, частями. Какие были найдены фрагменты, вот такими мы фрагментами и застеклили, и не более того. То есть то, что могли дать, вот нам дали, и мы постеклили. То есть это фрагменты. Ну и мы этому очень довольны, потому что именно малая операционная, малая перевязочная, она берет сейчас в данный момент самую основную функцию оказания неотложной помощи. После этих бомбежек наша больница была, все отделения объединены в одно. То здесь у нас лежат больные многого профиля и гинекологического, и терапевтического, и неврологического профиля. Вон больные, пожалуйста, то же самое здесь, вот они лежат. То есть я отвечаю за все отделение, как заведующий. Ну вот больных смотрят смежные специалисты, они у нас есть. И невропатологи, и гинекологи, и офтальмологи, и терапевты. Вообще 28 человек получается по... Тоже выбитые стекла, тоже задернутой пленкой. Ну, пожалуйста, тоже. Вот. После бомбежки вот стекло здесь осталось, то стекло, пожалуйста, это вот тут пакет. Там пакета нет. И так тоже, палатка тоже самое.